Никоненко Андрей с Григорием разработаны план, по которому решены компенсацию выплатить сиротам, как я настаивал. Смету я им предоставил самостоятельно, сказал, чтобы на счета детям-сиротам за компенсацию трудное детство выплатены деньги. Но оказалось то, что они с сумкой денег пришли в ресторан, назначенный мне, сами позвонили, принесли деньги, застали мне расписку написать под диктовку, и перед фактом меня поставили в неловкое положение. Сумка с деньгами стоит около 5 миллионов, они расписку хватают и выбегают. И тут же заходят 5 сотрудников полиции и говорят, что это у вас такое, что за беспредел вы творите. И таким образом они эти деньги меченые раскрывают, деньги были куклами, составляют протоколы, забирают у меня сотовый телефон, а мой компромат, который у меня в руках, практически не забран и оставлены. Они меня таким образом хотят упечь за вымогательство, посадить под статью, чтобы ихнее наказание осталось ненаказанным, безнаказанным, ихние преступления. Я не знаю, что мне дальше делать, поэтому я и обращаюсь в средства массовой информации, в СМИ, к журналистам, ко всем, кто меня может услышать, чтобы меня услышали, чтобы я практически доказал, что происходит в Северском районе. И хотелось бы, чтобы наказание все-таки приобрело свое место, чтобы опекун был наказан, чтобы приемная семья была закрыта, дети практически рассказали все, что происходило, и таким образом меня освободили,